Накануне вечером в столице Чувашии произошла авария. Водитель иномарки при движении по улице Гагарина в сторону Мегамола не справился с управлением и вылетел на тротуар со стороны памятника Юрию Гагарину. Пострадал полуторагодовалый мальчик. К счастью, в больнице медики диагностировали только ушибы. Что касается водителя, у него при себе отсутствовали какие-либо документы. Автомобиль якобы принадлежит его брату, военнослужащему. По данным экспертизы, водитель был трезв. Сейчас дополнительно проводится освидетельствование на наркотическое опьянение. Со слов водителя авто, на перекрестке со встречного направления перед ним появилась легковушка. Заметив помеху, он вывернул правее и вылетел на тротуар. При этом молодой человек, сидевший за рулем, утверждал, что скорость у него была не более 70 км в час. Вот только очевидцы утверждали обратное. По их мнению, скорость водителя была не менее 100-120 км в час.